Здравствуйте, друзья. Мы вернули камеру на прежнее место справа от водителя. И основное, так сказать, из-за чего я хотел этот сюжетик записать, это некоторая новость, состоящая в том, что у нас есть группа граждан, так называется, значит, эта группа, значит, которые взялись на волонтерских началах как-то так делать подстрочник под наше видео. То есть обычно подстрочник пишется, видимо, до. Но дело не в этом. Они превращают в текст то, что я там говорю. И это на самом деле большая работа, потому что письменная речь от устной очень существенно отличаются. Понимаете, если просто записать и какой-то софтвер поставить, который выдаст субтитры, да, то получится очень странный какой-то текст, неудобно читаемый. Вот. У них текст вполне ничего. И все это расположено на LiveJournal, потому что ребята считают, что LiveJournal — это наиболее популярная платформа, читаемая в России. Я не знаю, честно, мне очень трудно судить, и, собственно, мне и незачем. Вот. То есть, если бы я делал, я бы делал там где-нибудь на Blogspot, но не суть важна. Значит, LiveJournal, значит, LiveJournal. В конце концов, можно сделать два. Если текст уже написан, так я бы сделал в разных местах тоже. Ну, не суть. И я вставил в автомат, который ссылки делает по умолчанию. Там, знаете, когда видео подгружается, то по умолчанию некоторые вещи туда заряжаются. Определенные ключевые слова, вот эти таги, описание к видео, вот там, где у нас идут все ссылки, весь этот блок ссылок, это часть вот этого по умолчанию, default settings. И вот я в эти default settings включил строчечку, там называется подстрочник к видео, я ее так назвал. Если кто-то посоветует более точное название, я буду признателен, но вот пока так. И ссылочка вот там есть на этот самый блог. Я ссылочку дам, может быть, отдельно, я не знаю, прям в описании видео с самого начала, что было, я не знаю, как быть. Но, понимаете, если мы просто сделаем видео, и вы узнаете, что есть такой блог, я не уверен, насколько часто вам захочется туда там ходить, или вы вспомните, или нет. А так, в описании к видео, к любому последующему видео, последующему, предыдущие мы не трогаем, не можем менять, ну, в смысле, можем, большая работа. Плюс я заметил, что к некоторым видео ребята, когда делают ссылочку, в смысле, делают текст, они дают ссылочку прямо под этим видео. Я не знаю, насколько это мощно, потому что если это происходит, пока я сплю, когда у нас ночь, или, скажем так, пока я не добрался до компьютера, то ссылка это никуда не выйдет, потому что у нас все, что со ссылкой, оно идет в... ну, такой специальный фолдерочек для модерации. Поэтому или approve, или не approve, по умолчанию. Все, что со ссылкой, не проходит. Поэтому если вы где-то там ссылку даете, значит, вы должны подождать, пока она ко мне попадет, и я гляну, что там за ссылка и так далее. Поэтому, в общем, чтобы не нужно было под каждым видео отдельно писать, я сделал это в общем описании. Хотя, безусловно, многие люди общего описания не читают и не знают, какие у нас есть ссылки и на что, не знают наших ресурсов. Я это вижу по вопросам, которые они задают. Поэтому, если есть ребят, которые этим занимаются, и спасибо им, в общем-то, я не знаю. Если у вас будут какие-то советы или замечания по тексту, или, скажем там, по качеству текста и так далее, ну, пишите здесь, например. Может быть, у них там прямо в этом LiveJournal можно писать, я не знаю. Ну, наверное, можно, если блог, правда. Вот, я никогда не пользовался, не могу сказать. Такая вот информация. Счастливо!